Всем привет, командиры, с вами Мудрсан. Итак, продолжаем прокачивать японскую ветку эсминцев. Сегодня у нас на очереди эсминец третьего уровня Вакатаке. Итак, корабль вступил в строй в 1922 году. Небольшой, но хорошо вооруженный и очень быстроходный эсминец. Был оснащен 503-мм предторпедами, превосходящими по дальности хода аналогичные образцы потенциальных противников. Оригинальное расположение торпедных аппаратов позволяло нести из них стрельбу в носовых секторах. Итак, посмотрим по модулям. Эсминец у меня уже полностью прокачан. То есть я поставил корпус, поставил торпеды. Ну, торпеды нам что дают? В стоке торпеды максимальный урон поменьше. Дальность хода торпед 7 км. Тут дальность хода такая же 7 км, но повышается максимальный урон. То есть здесь 833. Так, ничего модернизировать я не стал, как бы проходной для меня эсминец. Так, посмотрим по характеристикам в топе. Так, живучесть 11, боеспособность 8200 хп, бронирование от 6 до 12 мм, артиллерия 13, дальность стрельбы главного калибра 9,4 км. Главный калибр 120-мм пушки, 3 штуки. Так, дальность хода торпед 7 км, торпедные аппараты 2 двухтрубных аппарата 533 мм. Так, ПВО 7,7 мм, 2 пулемета и 1 пулемет на 40 мм. Маневренность. Максимальная скорость хода 35,8 узлов. Радиус циркуляции 470 метров. Время перекладки руля 2,7. Дальность видимости с кораблей 6,1 км. Дальность видимости с самолетов 2,5. Но по сравнению с Умикадзе, здесь что у нас улучшилось? Манеренность стала больше, то есть здесь 86, тут 76. Плюс торпед у нас стало 10, тут 7 торпед. То есть торпедное вооружение улучшилось, торпеды более мощные стали. Плюс дальность хода у них побольше. И он стал более маневренный. Так, из внешнего вида я, как обычно, беру камуфляжик. Так, сигнальные флажки. Так, максимальная скорость хода корабля. Что очень хорошо для эсминцев, быстрее уходить от огня противников. Так, можно добавить вот этот флажочек. Ну и пусть будет вот этот, например. Итак, заходим в бой. Так, Соломоновы острова, режим превосходства. Так, у нас 4 эсминца, у них 3 эсминца. Так, 4-й, 3-й уровень. Нормально. Так, раз мы уж на левом фланге, налево и поедем. Поплывем. Как бы очень быстро сразу сходу набирает скорость. Очень скоростной такой эсминец. Но опять же, на, если хотите поворачивать резко, нужно заранее маневр предугадывать, потому что вот на скорость очень резко поворачивает, частенько в землю врезается. А такое много раз уже было. Поэтому свои маневры заранее продумывайте. Так, делаем мы здесь дымовую завесу. Обнаружены силы противника. Так, можно выпустить.
Так, торпедки у нас готовы опять. Это хорошо. Так, уходим. Наша команда получила преимущество. Так, точку Б захватили у нас, ребята, уже молодцы. Так, уже торпед идет. Ой-ой-ой. На между линии проскочить. Так, нормально, нормально, нормально. Хорошо. Так, наши его добрали. Отлично. Так, зарядиться я успею, нет? Так. Зал пошел первый. Уходим. Так, классно, подбил я одного. Сейчас этого доберут. Наша команда получила преимущество. Так, закидали его торпедами, здорово. Все еще живой, что ли? Так, 7 секунд еще. Так, добрали его, отлично. Неплохой бой, в принципе, получается. Но не факт, что мы выиграем. Так, у нас два эсминца, два линкора и авианосец остался.
Угу, сейчас надеюсь, он линкора заберет, вернее, Вяноса заберет, наверное. Так, я попробую здесь проскочить. Это может, конечно, и плохая затея, но посмотрим. Но так, торпедки его найдут. Так, ускоряемся. Шустрый малый. Команда противника получила преимущество. Тут еще меня атакуют, блин. Так, отлично ты стал, просто молодец, давай, давай, давай.
Ну же. Как не могу его добрать, зараза, а? По торпеду-то стрелять опасно, потому что свой корабль, блин. Так, теперь можно. Так. Все, мне разломали, короче, что могли. Так, побил я одного товарища. Хорошо, хоть так. Так, и меня добрали. Такой получился трагический бой. Куча всяких там достижений я сделал, по ходу дела. Но мы, к сожалению, по ходу дела проиграли. Так, остался у нас один авианосец. Сейчас они его разберут. Противника близка к победе. Так, ну вот такой вот результат боя. Куча разных достижений, так далее и тому подобное. Даже на втором месте оказался. Команда, конечно, немножко слабенькая оказалась, скажем так. Ну что, заходим во второй бой, надо все-таки выиграть. Так, карта острова, режим превосходства. Так, у нас в основном третьи уровни, немножко вторых. Так, на левом фланге я оказался. Ну, как говорится, где родился, там и пригодился. Здесь поедем. Так, с нами еще один эсминец. Такой же Киава Катаке и крейсер, да? Честер. Хорошо. Так, ну не знаю, прям туда, наверное, лезть не стоит сразу. Я, наверное, немного вот сюда вот маневр совершу. Там прям как не базе нас кинуло. Сейчас будет куча кораблей. И даже может быть смысл здесь подождать. Дымы выпустить, поставить дыму. Так, сюда мы зал, пожалуй, выпустим. Так, сделаем хитрый маневр, немножко вот так вот обойдем.
Так, там он крейсер Тенруи. Японский. Сейчас мы его попробуем там встретить. Так, маневрируем. Ускоряемся. Так, торпед наших он испугает, это самое. Избежал, зараза, да? Ну ничего. Так, выходим на атаку. Ну, есть. Лихо мы ему сняли. Так что картинка дергается. Давай, 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 пушка, заряжай, что такое? Добили его без меня, хорошо. Так, крейсер мы забрали, класс. Так, отлично. Для здоровья, конечно, почти не осталось уже. Ничего, немножко там покуролесили все-таки. Так, пойдем здесь помогать нашим. Так, попало еще и в эту вот кучу. Вообще классно. Так, добрали его. А, вернее, моя торпеда его достала. Классно. Так, есть шанс, конечно, выиграть у нас. Но. У меня ХП почти не осталось. Так, там вот эсминец вражеский мелькал. Вот он. А вернее, это не он. Так, вот эта опасность, про которую я говорил. Все, сейчас меня доберут просто здесь. И все. Все догадаются, конечно. Давай, 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 выходим, выходим, выходим. Надо его добирать.
Так, попал я, здорово. Ждем, 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 торпедки заряжаются. Так, есть залп. Так, и меня добрали. И я его добрал. Здорово. Хороший бой. Три корабля на счету. В принципе, показал вам основные плюсы этого эсминца. То есть очень маневренный, скоростной. Хорошая маскировка у него. Мощные торпеды. Так, не знаю, конечно, наша команда вытянет бой, не вытянет. Но это будет видно. Итак, пришел результат боя. Вот 79,5 серебра, 2300 опыта. Хороший такой показатель. 115 свободного и достижение первая кровь. Так, по командному даже на втором месте оказался. Нормально, вполне. Наши в итоге все-таки выиграли, молодцы вот. 73 русы и маршал Жуков. Молодцы, вытащили бой. Такой вот он эсминец третьего уровня, японский в Акатаке. А на сегодня у меня все. С вами был Мудурсан. Подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВКонтакте, ссылочка ниже будет под видео. Всем удачи, всем пока!